Здравствуйте, уважаемые родители. Меня зовут Бунеева Екатерина Валерьевна. Я автор школьных учебников по русскому языку, литературному чтению и литературе. И специалист и эксперт в области преподавания этих школьных предметов. И вот как специалист и как эксперт я вижу одну очень серьезную проблему и думаю, что вы тоже эту проблему видите. Наши дети, к сожалению, пишут неграмотно, пишут с большим количеством ошибок. И огорчаются сами, огорчают вас своими тройками. Вы хотите им помочь, не знаете как. Но наверняка вы задавались вопросом, в чем причина этого? Вы мне скажете, ну ведь мой же ребенок старается, он учится, он учит все правила, он их наизусть может рассказать, а пишет все равно с ошибками. Это очень распространенное явление, к сожалению. И дело в том, что даже зная правила, ребенок кроме этого должен еще знать, где находится в слове то место, к которому нужно это правило применить. И вот его нужно научить это видеть, находить. И он должен уметь находить те слова, в которых встречаются вот те написания, на которые он выучил правила. А для того, чтобы это сделать, чтобы его этому научить, нужна специальная методика. И потом есть еще одна очень серьезная проблема. Дело в том, что как бы ни был хорош и талантлив школьный учитель, он не может, к сожалению, всех детей научить орфографии и пунктуации, научить грамотно писать. Знаете почему? Потому что эти умения очень сложно и долго развиваются. И развиваются у каждого ребенка в собственном темпе. То есть каждому ребенку нужно определенное количество времени, чтобы научиться грамотно писать. И вот я имею огромный опыт обучения грамотному письму, обучения чтению, решила создать вот такую домашнюю школу грамотности, чтобы помочь всем, кто хочет, всем родителям и детям, которые хотят научиться грамотно писать, и родителям, которые хотят детям в этом помочь. Есть специальная методика, которая действительно в очень спокойном темпе, когда ребенок работает один, без помощи взрослых, наедине с компьютером, поможет ему научиться грамотно писать. И я приглашаю вас, уважаемые родители, познакомиться с пробными уроками нашей школы грамотности вместе с вашим ребенком. И я надеюсь, вам эти уроки понравятся. И также надеюсь, что мы увидимся с вами на занятиях, с вашим ребенком, конечно, прежде всего, на занятиях в нашей домашней школе грамотности. Всего вам доброго!